Филимонова сказала следующие слова. Как жаль, что когда на тусклом артистическом небосклоне появляется такая звезда, силы зла делают все, чтобы убрать этот свет со своего пути, не могут его вытерпеть. Игорь действительно был звездой, светильником, освещающим путь и просвещающим умы светом своей души и своим творчеством. На сцене заслуженная артистка России Татьяна Филимонова. Я не была знакома с Игорем, но я следила очень за его песнями и следила за тем, как он их просто гениально пел. И считаю, это мое личное мнение, не знаю, вы поддержите меня или нет, считаю, что это человек гений. Человек, спасибо. Вот Боженька, Господь дал нам этого человека, понимаете? Это человек-пророк, и я считаю, что он гений. Наряду с ним я также считаю, что гений Дмитрий Хворостовский, наш русский национальный гений. Гений Сергей, да, спасибо. Гений Сергей Орехов – это семиструнная русская национальная гитара. Признан всем миром, весь мир. Я летаю на все конкурсы по всему миру имени Сергея Дмитриевича Орехова. Вы понимаете, где музыканты стараются постичь русскую национальную культуру. И вот Игорь – это есть настоящий русский человек. Это есть настоящий пророк, которому поклон низкий от всех от нас. Я хочу посвятить Игорю Талькову свой любимый романс. Называется он так: «Я вас любил». Пушкин, Шереметьев, автор. Любовь еще быть мою уже.
великих гениев. И это Хворостовского Дмитрия, и Сергея Орехова, и нашего любимого Игоря Талькова. Всем вам поклон низкий за то, что вы пришли. Спасибо огромное.